Приветствую всех на моем канале, меня зовут Настя. Сегодня вяжем летнюю шляпку-панамку на 3-6 месяцев. Пряжа у меня 100% хлопок Ализе Белла, 180 метров в 50 граммах. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра. Давайте начинать. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и замыкаем в круг. Получилось такое колечко. Теперь в это колечко будем вязать первый ряд. В первом ряду нам нужно провязать 6 столбиков с одним накидом, но между столбиками будем провязывать 3 воздушные петли. Вяжем 3 воздушные петли. Это первый столбик. Еще 3 воздушные петли. Это между столбиков. И продолжаем вязать в колечко столбиками с накидом. Второй. 3 воздушные петли. Третий столбик с накидом. 3 воздушные петли. Четвертый, 3 воздушные петли. Пятый, 3 воздушные петли. И последний, 6 столбик. 3 воздушные петли. И соединительный столбик. Третью воздушную петлю подъема. Это был первый ряд. Вяжем второй ряд. Во втором ряду мы будем вязать под каждую арку по 2 пышных столбика, а между ними 4 воздушные петли. Для начала мы перейдем под арку соединительной петлей. Перешли. И начинаем вязать пышными столбиками. Пышные столбики будем вязать таким образом. 2 воздушные петли – это как бы первый недовязанный столбик с накидом. 2 недовязанный столбик с накидом. И 3 недовязанный столбик с накидом. Провязываем все петли на крючке. 1 пышный столбик есть. 4 воздушные петли. 2 пышных столбика. В эту же арку провязываем 2 пышный столбик. Не довязали столбик с накидом. 2 столбик не довязали. Третий. На крючке 4 петли, провязываем их все вместе. 4 воздушные петли. Вяжем. Вяжем под следующую арку. Первый столбик не довязан. Второй не довязан. Третий не довязан, 4 петли провязываем все вместе. 1 пышный столбик есть.
Под эту же арку нужно провязать еще один пышный столбик. 4 воздушные петли. Один. Второй недовязанный столбик. Третий. Провязываем все 4 петли вместе. 4 воздушные петли. И снова вяжем 2 пышных столбика под третью арку. Так нам нужно связать под все арки. Первый пышный столбик, 4 воздушные петли. И под эту же арку второй пышный столбик. Провязали все 4 петли на крючке вместе. 4 воздушные петли. Довязываем таким образом в каждую арку до конца ряда. Довязали до конца ряда. Не забываем про 4 воздушные петли. И соединительный столбик в вершину пышного столбика. Третий ряд соединительной петлей перейдем под арку и будем вязать по 4 воздушные петли и в каждую арку соединяться столбиками без накида. Вяжем 1, 2, 3, 4. Соединяемся в следующую арку столбиком без накида. Снова 4 воздушные петли, соединяемся в следующую арку. Так соединяемся в каждую арку столбиками без накида, а между ними 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Следующую арку столбик без накида. И так до конца ряда. Довязали до конца ряда и провязываем столбик без накида в соединительную петлю начала ряда. Третий ряд готов. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема и под арку провязываем 4 столбика с одним накидом. Один столбик это воздушные петли. 2, 3, 4. 2 воздушные петли и переходим к следующей арке. Снова вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 2 воздушные петли. Таким образом, вяжем в каждую арку по 4 столбика с одним накидом, а между группой из 4 столбиков провязываем 2 воздушные петли. Ряд довязан, 2 воздушные петли и соединительный столбик, третью воздушную петлю подъема. Соединились. Дальше мы будем формировать листики. Вот они, наши группы из 4 столбиков.
Теперь будем делать прибавки посередине листика. Вяжем пятый ряд. 3 воздушные петли подъема, это первый столбик. Нам нужно провязать 4 столбика с одним накидом. Первый есть. 2. 3. 4. В арочку будем делать прибавку. Вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. И сюда же столбик с одним накидом. Довязываем группу из 4 столбиков с одним накидом. 1. 2. 3. 4. 2 воздушные петли. Первый листик связан. Всего их должно быть 6. Вяжем второй. 1. 2. 3. 4. Прибавка под арку. Столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, и сюда же второй столбик с одним накидом. Довязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, 2 воздушные петли. 2 листика связано, еще 4 довяжите самостоятельно. Довязываем пятый ряд, 2 воздушные петли и соединительная петля в третью воздушную петлю. Последующие ряды будут отличаться только количеством столбиков в листиках. Вяжем шестой ряд. 5 столбиков. Это вместо первого. 2. 3, 4, 5. Под арку прибавка из 2 столбиков с одним накидом, а между ними 2 воздушные петли. Первый 2 воздушные петли. И сюда же под арку второй столбик с одним накидом. Довязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 2 воздушные петли, первый листик готов. Один, два, три, 4. 5, под арку 1 столбик, 2 воздушные петли, 2 столбик, довязываем группу из 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 2 воздушные петли, второй листик довязан, еще 4 свяжите самостоятельно. Довязываем шестой листик, 2 воздушные петли, соединительную третью воздушную петлю подъема. Седьмой ряд. Три воздушные петли подъема. Это первый столбик. 2. 3. 4.
5, 6. Прибавка под арку. Первый столбик, 2 воздушные петли, сюда же под арку, второй столбик с одним накидом. И довязываем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 воздушные петли. Переходим ко второму листику. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Прибавка под арку. Один столбик, 2 воздушные петли. И сюда же под арку второй столбик. Довязываем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 воздушные петли. Осталось 4 листика, провяжите самостоятельно. 6 листик довязан. 2 воздушные петли. И соединительная в третью воздушную петлю подъема. Восьмой ряд. 3 воздушные петли подъема. 2, 3, 4, 5. 6, 7. Прибавка под арку. Первый столбик, 2 воздушные петли. Сюда же второй столбик с одним накидом. И довязываем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 воздушные петли и продолжаем вязать по кругу до конца ряда. Довязываем 8 ряд, 2 воздушные петли, соединительная в третью воздушную петлю подъема. Донышко готово. У меня донышко получилось 12 сантиметров. Сейчас будем переходить на вязание высоты панамки, по-другому называют тулья. 9 ряд. Сразу будем начинать с убавки. Будем убавлять крайние петли в начале и в конце каждого листика. Между листиками по-прежнему 2 воздушные петли. Но вот сейчас в 9 ряду прибавим 2 столбика в арку. Закроем нашу дырочку. Значит, 9 ряд. С убавки начинаем. Провязываем 2 воздушные петли. Это как бы недовязанный столбик с накидом. В следующую петлю не довязываем столбик с одним накидом и провязываем 2 петли вместе. Вяжем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 столбика провяжем в арку, 1, 2, 6 столбиков, 1, 2, 3,
четыре, пять, шесть. И убавка в конце листика. Накид. Не довязываем столбик до конца. Накид в следующую петлю. Следующий столбик не довязываем до конца и провязываем 3 петли вместе. 2 воздушные петли. Первый листик. Второй листик. Снова убавка. Не довязали. Второй столбик не довязали. 3 петли вместе. 1. 2. 3, 4, 5, 6, под арку 2 столбика с одним накидом, 1 и сюда же 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убавка в конце листика. Накид. Не довязали первый столбик. Накид. Не довязываем второй столбик. 3 петли вместе. 2 воздушные петли. Таким образом, вяжите самостоятельно до конца ряда. Довязываем 9 ряд. Соединительная петля в вершину убавки. В 9 ряду мы перешли от донышка к тулье, к высоте шапочки. Края закруглили. Теперь задача вязать прямо, без сужения, без расширения. Но так как на листиках у нас столбики убавляются, значит, где-то нужно прибавлять. А прибавлять будем между листиками. Вяжем 10 ряд. Сразу начинаем с убавления. 2 воздушные петли, это как недовязанный столбик с одним накидом. Следующую петлю снова недовязываем столбик с накидом. И провязываем 2 петли вместе. Вяжем 12 столбиков с накидом. Каждую вершину столбика предыдущего ряда. И в конце листика снова провязываем убавку. Первый недовязанный столбик, второй недовязанный столбик. Провязали 3 петли вместе. 2 воздушные петли. Теперь начинается прибавление между листиками. Провязываем 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли и снова переходим на вязание листика. 12 убавка в начале, 12 столбиков с накидом. Убавка в конце листика, 2 воздушные петли, столбик, 2 воздушные петли. Так вяжем до конца ряда. Довязываем 10 ряд, 2 воздушные петли, столбик с накидом под арку, 2 воздушные петли. И соединительная петля в вершину убавки. Вяжем 11 ряд. 2 воздушные петли. Вместо первого недовязанного столбика. Второй столбик не довязываем. Провязываем все вместе. 10 столбиков. С одним накидом. 1. 2.
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Убавка в конце листика. Две воздушные петли и расширение между листиками. Провязываем в вершину столбика нижнего ряда один столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же провязываем второй столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. И продолжаем вязать таким образом до конца ряда. Соединяемся в вершину убавки. Вяжем 12 ряд. 2 воздушные петли. Убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка. Две воздушные петли. Провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля. И вот сюда между столбиков провязываем 2 столбика с одним накидом. Один, сюда же второй. Воздушная петля. В вершину следующего столбика провязываем 1 столбик, 2 воздушные петли. Так вяжем еще 5 раз. Соединительная петля в вершину убавки. 13 ряд. Начинаем сразу с убавки в начале листика. Один, два, три, четыре, пять, шесть и убавка. Две воздушные петли. Теперь провяжем прибавку в первый и в последний столбик. Первый столбик, сюда же провязываем второй столбик с одним накидом. Воздушная петля, 2 столбика. Первый в следующую петлю, второй. 1 воздушная петля и снова прибавка. Первый столбик, сюда же второй. 2 воздушные петли. И так вяжем еще 5 раз. 14 ряд. Убавление. Один, два, три, четыре, убавление, две воздушные петли. Теперь прибавление будем делать вот на этих 2 столбиках. Вяжем группу из 2 столбиков.
с накидом первый, в следующую петлю второй, между групп столбиков воздушная петля, прибавление, первый столбик, сюда же второй столбик с накидом, воздушная петля, и в следующий столбик снова прибавление. Один, и сюда же второй, воздушная петля. Теперь довязываем вот эти два столбика. Один, в следующую петлю второй, две воздушные петли, и продолжаем так вязать еще 5 раз. 15-й ряд. Убавление. Два столбика с накидом. Снова убавление. Две воздушные петли. Тут смотрите, у нас 4 группы из 2 столбиков. Теперь нам нужно провязать между каждой группой по 2 воздушные петли. У нас было по 1, теперь вяжем по 2. 2 воздушные петли связаны. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, 2 воздушные петли. 2 столбика провязываем. Две воздушные петли. Снова 2 столбика. Две воздушные петли. И еще 2 столбика. Две воздушные петли. Таким образом провязываем еще 5 раз. 16-й ряд. Сразу провязываем 2 убавки подряд. Первая убавка. И сразу вяжем 2-ю убавку. 2 воздушные петли. Прибавлять будем 1 столбик в начале и 1 столбик в конце. В вершину 1-го столбика провязываем 2 столбика с 1 накидом. 1, сюда же 2. И довязываем 3-й столбик. 2 воздушные петли. 2 столбика. 1, и в следующую петлю 2. 2 воздушные петли, 2 столбика, 1, в следующую петлю 2. 2 воздушные петли, 1 столбик, и в последнюю прибавку 1-й столбик. 2 столбиков с 1 накидом. 2 воздушные петли. Осталось так провязать еще 5 раз. 17-й ряд. Сразу провязываем убавку. Две воздушные петли. Теперь будем прибавлять по столбику вот в этих 2 группах. 2 воздушные петли связаны, вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные петли.
прибавка и столбик довязываем. Один, сюда же второй столбик с накидом и в следующую петлю третий столбик. Две воздушные петли. Провязываем столбик, в следующую петлю прибавка. Один столбик, в следующую петлю прибавка из двух столбиков с одним накидом, второй и третий столбик, две воздушные петли, и провязываем три столбика с одним накидом. Один, два, три, две воздушные петли. И повторяем так еще 5 раз. Тулья связана. Теперь будем вязать поля. Так как на листиках убавлять больше нечего, мы немного сместим ряд до ажура. Соединительными столбиками передвинемся до группы из 3 столбиков. Вяжем 18-й ряд. 3 воздушные петли подъема, первый столбик. Прибавление будем делать теперь в каждой группе в средних столбиках. Начало ряда теперь будет начинаться вот отсюда. Один столбик уже есть, провязываем прибавку, средний столбик, один, и сюда же второй довязываем. Раз, два, три, 4. Теперь каждая группа у нас будет состоять не из 3, а с 4 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли, 1, прибавка во второй. Это 2, сюда же 3-й столбик и довязываем 4-й. 2 воздушные петли. 1, 2-й и 3-й сюда же. Довязываем 4-й столбик, 2 воздушные петли. 1, 2 и 3 сюда же, 4, 2 воздушные петли. На листиках убавлять больше нечего, мы просто пропускаем и вяжем следующую. И вяжем вторую часть. Всего у нас 6 частей ажура. Вяжем по кругу до конца ряда. Довязали до конца 2 воздушные петли и соединительная 3-ю воздушную петлю подъема. 19-й ряд. Ничего не меняем. Вяжем так, как есть. 3 воздушные петли, первый столбик, 2, 3, 4, 2 воздушные петли, снова 4 столбика, 1, 2, 3, 4, 2 воздушные петли, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, 2 воздушные петли и еще 4 столбика. 1,
два, три, четыре, две воздушные петли. Первая часть связана. Продолжаем вязать еще 5 таких частей. 20 ряд вяжем аналогично 19, только с тем отличием, если в 19 мы провязывали по 2 воздушные петли, то сейчас мы будем провязывать по 3. 3 воздушные петли подъема, это первый столбик, 2, 3, 4, 3 воздушные петли. Один, два, три, четыре, три воздушные петли. Один, два, три, четыре, три воздушные петли. Один, два, три, четыре, три воздушные петли. Первая часть связана. Осталось провязать еще 5. 21 ряд. Теперь будем прибавлять по одному столбику в каждой группе из 4 столбиков. 3 воздушные петли подъема, первый столбик. Второй. Третий. Сделаем прибавку. Третий. Сюда же 4 столбик. И довязываем 5. 3 воздушные петли. Один, два, третий столбик прибавка, 3 и сюда же 4, 5, 3 воздушные петли. Один, два, третий столбик прибавка, 3, сюда же 4, 5, 3 воздушные петли. Таким образом вяжем до конца ряда, делая прибавку в каждой группе из 4 столбиков. Двадцать второй ряд. Вяжем группы из 5 столбиков с накидом, а между ними 3 воздушные петли. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 3 воздушные петли. И снова 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 3 воздушные петли. И так продолжаем вязать до конца ряда. 23 заключительный ряд. Вяжем таким образом. 3 воздушные петли подъема. 1 столбик. 2.
3. Теперь провязываем пико. 3 воздушные петли и соединяемся за обе стенки в основание и продолжаем вязать столбики с одним накидом. У нас получается вот такая пимпочка. 2 воздушные петли под арку, столбик без накида, 2 воздушные петли и продолжаем вязать. 1 2 3. Над третьим столбиком пико 1 2 3 воздушные петли и соединительная в основание. Довязываем 4-й и 5-й столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик без накида под арку, 2 воздушные петли и снова группа из 5 столбиков с одним накидом. Над третьим столбиком пико. Таким образом вяжем до конца ряда. Довязываем ряд. 2 воздушные петли под арку, столбик без накида, 2 воздушные петли и соединительная петля, 3-ю воздушную петлю подъема. Ниточку можно отрезать. Все, шляпка-панамка готова. Небольшой спойлер. В следующем видео будем вязать вот такие кеды. Ровных вам петелек, всем добра!